Я буду мстить. Демина, мстя моя будет страшна. Это тебе за все! Ребят, привет! Я Слава Демин, это Таня Татарченко. И сегодня у нас будет соревнование между мальчиками и девочками. Между мужиками, настоящими мужиками и этими бабами. Да ну... Опять бабами. Мы не бабами. Мы женщины. Сколько можно с нами так обращаться? Бабы. Демин. Что? Ты не джентльмен. Таня, если ты так говоришь, бабы. Я тебе больше скажу, ты тоже не джентльмен. Значит так, ребята, сейчас соревнование между мальчиками и девочками. Таня расскажет подробности, пожалуйста. У каждого из нас есть по колоде карт. Мы с Деминым одновременно будем вытаскивать карты, и у кого будет карта меньше, на того выльется стакан воды. Ну, не сам. Вот, например, у Демина карта меньше, я возьму стакан воды и вылью на него, девочки. Классно? Мне нравится. Как только у кого-то из нас не остается воды в стаканах, это означает, что он выиграл самый главный приз. Джекпот! Это ведро воды прямо на свою соперницу! Кука! Начинаем. Она толкалась, видели? А я в него руку вымазала, видели? Итак, первый раунд. Раз, два, три. У меня король. Танечка, какая у тебя карта? У меня туз. Прекрасная восьмерка. Блин, Демин. Что, блин, Демин? Ну, будь ты этим. Как его? Человеком. Танюш. Я не хочу! Мама! Танюш. Сережа! Какой Сереж? Кто-нибудь! Алло! Ты такая красивая. Просто замечательно выглядишь. Очень красиво, Тань. Демин! Танюш, это очень красиво. Не отодвигайся, еще не все. Сиси еще... пошло. Да пыль, еще быстрее, блин! Продолжаем. Раз, два, три. Я всегда мечтала это сделать. Давай, бойся. Ожидание еще хуже, да? Девочки! Налей уже! Как в кино сейчас буду делать! Как в кино! Никогда так в жизни не делала! Сейчас тебе будет больно! Сейчас тебе будет страшно! Холодно! Вообще ты неприятный мужчина! Вообще ты меня бесишь! Что ты со мной сделал? Это тебе за все! Раз! Два! Три! Блин, да я не боюсь тебя. Подвинься. Да я что ты хочешь? Да я не боюсь тебя. Да. Я буду как ты мне делал. Нет, вот так подними. Да не плюй в меня. Дайте вот закрой рот. Демин, зараза! Оно все на сисечки льется. Вот, это мне так лил. У меня еще лифчик это уходит. На меня так льют. Я становлюсь некрасивой. На него так льешь, и оно же, зараза, еще и сексуальным становится. Глянь. Давай быстрее. Нет, Демин, нет. Ну я, мое право. Мой стакан. Ты меня вон во что превратил. А теперь отодвинься. Ты это заслужил. Не надо было мне вот это вот так вот делать из меня вот такую. Я вот это не заслужил. Раз, два, три. Ничья. Валет, и у меня и у тебя валет. Валет, да. Значит, ребята, что это означает? Это означает, что мы переигрываем. Три карты откладываем. Давай. Три клочка. Два. Вы же придумываете на ходу условия. Что попало? Раз, два, три. Есть! Только быстро, Демин, пожалуйста. Я на тебя первый раз быстро увидела. Конечно, Тань, на. Блин.
Ёлки-моталки. Да что такое? Что ты делаешь? Классно, классно тебе. Три! Это подстава. А в кого-то ведерко-то сегодня польется. Да ничего не польется, никуда ничего не польется. Ты не победишь. Да мы мужики сила. Да мы сделаем все, чтобы вы проиграли. Да чтобы мы проиграли. Такого не будет, поняла тебя? Тыся, рутыся. Три. Держи. Не, давай уже вытаскивай. Найду больше. Либо ты проигрываешь. Раз, все. Два, три. Есть! Танюш, знаешь, что я тебе хочу сказать? Толей уже! Два. Танюш, смотри. Вот так красиво. Очень красиво. Продолжаем. У нас у каждого осталось два стакана. Не положи! Положи! Два стакана. Итак, кто же победит? Поехали, давай быстрее, давай. Раз. Так нечестно, у меня мокрые волосы и страшные. Ты лысый как был, так и остался. Девочки, вся жизнь несправедлива. Раз. Давай, на тебе. Втяни свою карту. Два. Братскую. Давай. Два с половиной. Беси меня. Три. Зараза. У меня туз, у тебя семерка. Отлично, шикарно, на. Продолжаем. Остался один стакан, ребят. А можно батюкаться? Да. Батюкаться будет? Да. Ты. Олигофрен. Это максимально обидное слово, которое знают мои женские уста. Я помыл килограмм воды. А я, по-моему, только что пописал. Итак, мужики, мы почти победили. Три. Что у тебя? Что? Да я сам. Давай я сам набью на себя. Хочешь? Не хочу. Что ты меня? По имя отца и сына? Теперь, кстати, не видно, что я пописал. Давай. Давай. Поехали. Поехали. 1-1. Кто победит? А, решающий. Решающий. Два с половиной. Да все, поехали. Три. У меня туз. Я королева. Все, на тебя ведро идет. Давай сначала стакан воды. Да давай, что? Да подумай. Блин, не хотел даже. Я считаю, что мы достойны. Что ты позволяешь? Это, а это ты чего? Как она тебя должна была? А так нечестно. Девочки, они опять начинают. Давай. Все, тебе хана. Да ничего не будет хана. Я хана выдержу тебе. Это. Я мужик. Я бесстрашный мужик. Да ну и что? Да пускай. Ну, победили один раз. Ничего. Мы в следующий раз отыграемся, мужики. Ничего. Мы сделаем так, что они еще... Еще, они еще как, поплатятся. Да ну и что? Да, мы, мужики, сила! Да! Подумаешь, ничего страшного. Девочки, вы победили! Вы победительницы! Да ну и что, слышишь, победительница? Что у меня там было, туз? Блин, у меня тут тоже туз был. Ничего. В следующий раз будем козьими какашками бросаться, посмотришь. Таня! Ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и у нас есть конкурс для вас. Значит, смотрите, все очень просто. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, какой следующий челлендж мы с Таней должны сделать. И самый смешной челлендж мы сделаем в следующем видео, и вы за это еще и получите подарок от LuxFM. Вперед!